Ну и последний урок физики в невесомости. Астронавты НАСА провели интересный эксперимент с водой, красками и шипучей таблеткой. Сначала жидкость вливают, она собирается в сферу. Затем в шарик поочередно добавляют разные цвета. Он становится похож на крохотную планету. Но затем внутрь сферы помещают аспирин. Образуются пузырьки, но отсутствие гравитации не позволяет им покинуть ее. Эксперимент снят на новейшую камеру, ради тестирования которой, собственно, все и было затеяно.